определенном порядке надо чекать. Ну что, погнали? Да, ё-моё. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Пым-пым-пырым-пым-пым-пым-пым. Кек-кек-кек. Сейчас я расставлю бомбы. В самых дальних уголках. Тот, кто был на камерах, кстати, видел, что я там тусила. Кек-кек-кек. В смысле изи для мирных? Я не поняла, Лонго. Ты за кого вообще болеешь? Ой, блин. Блин, прости, пожалуйста. Ну, вот правда, честно. Прости, Финн. Так, смотрите. Кто-то пикнул минера, блядь. Это, если что, труп недавний, потому что буквально 15 секунд назад до взрыва... А где он находился? Это, короче, камера. Сейчас. 15 секунд назад я смотрел на книжке, был умер только без баш. Сейчас, типа, умер Фенаргот. Я подозреваю Дину, объясню почему. Потому что сейчас, когда случилась детонация бомбы, почему-то Дина от самой ближайшей бомбы уходила. Рядом, Дина, как ты могла? И, соответственно, рядом с этой бомбой и труп Фенаргота, который на камерах. А где бомба находится? Вот правее, только что на этих инструментах была бомба. На инструментах была бомба? А Фасоль, а ты же бегала без башен все время, да, Фасоль? Нет, я была в лесу. Но я вас видела очень долго вместе. Я была с Диной, как раз я была у бассейна, она, кстати, меня не убила. И потом я в лесу встретилась со всеми. Блин, сори, Джонни, я реально не видела у инструментов. Он пошел задание какое-то делать. 27 секунд, по-моему. А где труп без башен, непонятно? Без башу убили где-то 20 секунд после начала. Они точно вначале по бегали КД, с получается. Фасолькой. Я не бегала с ним. Я с ним разминулась в самом начале. Они минимум добежали. По крайней мере, ты с нами не бегала, а без баш давний труп? Я тебя там не видела, поэтому я не знаю, что это за вбросы. А с башу, я просто информирую. После спички я сразу прочекал. А я смотрел теплак. Подожди, СПТ, ты помнишь, в комнате мы заходили, там теплак был? Там показывает там модельку персонажа именно или нет? Я не клацал ничего. Слушайте, а что по камерам? Я когда была в саду, я видела, что камеры работали. Фин был. Потом я побежала в гараж как раз. И дальше я пересеклась. Ой, пересеклась с вами. На самом деле, немножко. Я пересеклась как раз с Джонни. Сейчас, кстати, надо будет пойти еще дальше чинить бимбочки. А бомбы не пропали сейчас? Не должны, не. Да, вон. На инструментах, что ли, была бомба? Я ее вообще не видела. Да. Блин, надо бы по-хорошему Джонни подубить. Блин. Только бы Кира. Только бы Кира туда не зашла. Надо было свет вырубить. Труп розового под телевизором. Вот телевизор там. А где телевизор? Телевизор сверху слева, типа. Сверху слева, там телевизор, и там такой красный человечек бежал. Это точно не лев, наверное. Ну, мы в нижний правый угол с тобой, да? Красный человечек, ты имеешь в виду скин?
Ну, такой синий экран, и слева бежит красный человечек. Ну, вот, тепловизор же. А, может, написано было телевизор, или не уверена, конечно, но... На тепловизоре, в общем. Возможно. Возможно. Я все еще немножко подозреваю фасоль, потому что я ее видела довольно долго, мне кажется. Но я находилась с людьми, если они могут мне сделать алиби, то у меня есть алиби, если нет, то типа... Короче, а кто на прошлом раунде говорил насчет Дины? Флаг Джек. Флаг Джек. Ну, смысла ему врать уже не было, да? Так а что, он говорил, что он думает на меня. Ты убегала от ближайшей мины, и там был труп. По такой логике ты говорила, что я бегала с... Почему, Дина, ты убегала от трупа и от мины? Я не знаю, где был ближайший труп. Я не видела мину, он сказал на инструментах. Но я бежала к другой мине. Я не увидела это. Там четыре стрелки горят. Блин, ну, типа, смысл ему обманывать, если он мирный? Он же убить тебя не мог. Да какой обманывать? Он просто сказал, я говорю тебе, что я не видел эту ближайшую мину, я бежала к другой мине. Ты первый раз играешь и убегаешь от мины. Ну, типа, ну, не верю я тебе. Не верю. Блин, тут получается... Так я бежала к другой мине. Либо Димон убил Флэк Джека, и сейчас эту теорию посмотрим. В смысле? Блин, ну, серьезно? То есть я такая, я вижу Флэк Джека, и я такая, блин, я преступник, пожалуй, побегу-ка я от ближайшей мины при нем? Вместо того, ну, чтобы бежать к мине. Я не знаю, извините, ребят. Так ты убегала от нее, ну я не знаю. Я не эксперт в этой игре, Дин. У нас в теории два трейдера, смотри. Еще и тигр проголосовал. Вы тут можете пораньше нажать на звонок, ребят. А, да. Еще одна великолепная особенность этой игры, что у призраков есть свой чат голосовой. А, ни хрена себе. Кстати, очень-очень приятно. Блин, да. Не успела свет вырубить. Теперь можем... Вы побежали всем на свет. Хай. Вы не даете зачем мне Дина? Все поклацать. Да. Короче, зачем Кира голосовала не в Дину? Потому что я Кира уже, меня топит уже второй кон. Хотя, да. Я нахожусь постоянно с кем-то. Ну, типа, ну, уже несколько ты сказала, килов, что ты говоришь, и я не могла их сделать, потому что, ну... Я не говорю про два килла, я говорю только про один килл. И так, просто... в тот ком ты говорила про два. Ну ты говоришь, что ты в самом начале разошлись. Типа, я реально не видела, что там бомба была. Если я мы не пошли, не мы, что там бомба находится. Мы, по-моему, вообще втроем пошли все влево или вправо. Вправо, вправо. Я не знаю, я еще пока что не запоминаю зверюшек. Но я помню то, что там была я, там был, да, там деревянный был порта, и, по-моему, то все произошло бы абсолютно точно так же, потому что я... Смотри, когда заходил в мою комнату, там никого не было, что ли? Слева? Но мы, ну, мы разбежались, когда, вот, я на камерах видел, как вы зашли в комнату, да, ты да, зашел да, к ней я зашел, и вышел я оттуда. Я зашел за ней, игра на компе пока недоступна. Я там сейчас перемаслят, аж-то камера выключилась. Только для стримеров. Я сразу на мобиле бесплатная. Мне кажется, блядь, я что-то еще подумал сейчас. Короче, СПТ, помнишь, что я пошел на камеры? Мы шли к свету, и ты пошел в гараж, а я пошел на камеры. На камерах видел, как Асма с Кирой несколько раз пересеклись. Кира зашла в комнату с тепловизором, если это над книгами. Я в этой игре потом Асма зашел вниз, потом пошел к Кире в комнату обратно, потом оттуда сразу выбежал. А Кира там что-то мутила, и потом зарепортила. Я делала пустые долго, я впервые вижу. Но я объясняю. Я на камерах видел, как вы с Кирой на этой комнате тепловизора пересекались. Я объясняю, блин, я голосовала знаю. Фасольку, я потому может, что знаю, она сказала, что у нее есть люди, которые готовы, ну там, объяснить как-то, дать алиби, но такие, ну, они промолчали, никто есть. Не знал. Меня смущает, может, что они тут друг друга. Есть. Ну, типа, я тебя в том-то дело, что не топлю, но у меня нет выбора. Ну, типа, если она мне топит, у меня нет выбора, она меня просто кикает. Ну, что мне делать? Я не могу здесь, ну что, поклацать мне не дают. У меня нет других подозреваемых. А знаете, а вдруг это СПТ с бестом? Не. Нет, это не СПТ. Ну, мне кажется, это не СПТ. Опа. Лев вообще проголосовал это. Опа. Шинайзер, в смысле ты первый раз смотришь стрим? Да не, просто я не люблю, когда... Заманки. Добро пожаловать в Вальхаллу. За шо вообще по беспределу? Ну, я супермирная. Супермирная вообще. Супермирная, максимально. Я реально не видела ту бомбу. Ну, то есть, если бы я была мирной, все произошло точно по такому же сценарию, потому что я не видела бомбу. Она вроде не так четко для... Просто из-за того, что ты импостер, у тебя обзор большой, и, соответственно, ну, у тебя фокус огромный. А когда ты мирный, у тебя маленький фокус, и ты эти стрелочки сразу видишь. Ну, кстати, может, да. Ребята, подскажите, пожалуйста, как квест сделать, я не понимаю. Смотрите, а выключаешь автовыполнение и сможешь спокойно выполнять. Так в призраке не работает автовыполнение. Работает. Автовыполнение задач, если ставить... Блин, мне тоже квест не сделать сейчас, кстати. То он, смотри, кружочек этот заполняется, как только заполнится.
Извините, я тебя запаниковал. Все живы, да? Нас все меньше. Нет, мы все... Никто не умер. Да, ладно, да, тогда я запаниковал, извините. Так, ну надо кого-то кикать, правильно? А я хотела сад посмотреть. Короче, у нас трейдер либо Фасоль, либо Асмодей. Почему? Если это либо была Кира Асмодей, либо Дина Фасоль. Кира Асмодей, вот. Дина Фасоль. Ну, я не трейдер, что я могу сказать? Я на какой-то момент подумал, что вы с СПТ. Кто с СПТ? Не, я подумал, Дима с СПТ, и они нет, такие типа просто мирные. Я верю, что СПТ это не трейдер, потому что он не мог во втором кону сделать ни один из групп. Тут моя теория рассыпается, игра закончилась. Ну ты в том раунде, блин, с Кирой просто около тепловизоров вот это терся, и там и труп был. Но ты как бы забежал в комнату и выбежал, как будто там что-то было грязное, и ты так съебывал что-то оттуда, грязное. Знаешь. Тогда бы она нашла труп, если бы она... А какой здесь КД? Она и нашла. Она нашла, и она могла быть... Она нашла труп тогда? Ну да. Она... Не, подожди, я тогда очень успел далеко куда-то убежать с того момента. Ты забежал в комнату с теплаком, посмотрел буквально пару секунд и сразу убежал. Нет, и я начал только... То ли выбегать, то ли еще на камерах выходил, заходил чисто. И ты оттуда убежала, а она зарепортила. То есть... Вот так вот. А в темноте тут можно позвонить в колокольчик, интересно? СПТ ни слова не сказал. СПТ, ты трейдер, что ли? Не хочется с нами говорить. Единственный человек, с которым я сейчас тут По-моему, играю. У СПТ что-то с микрофоном, если честно. Ладно. Ок. Ладно. Ну что, в кого ты голосуешь? Кого ты голосуешь? Я по ком звонит колокол? Получается, СПТ? А, да. Блин! Если бы... Сори, если я руиню. Если бы Фасоль поставила. Так вот. Да. Так. Вот это вот автовыполнение задач. Кружочек заполняется. Да-да-да, он заполнится и рандомный квест выполнится. Ага. Ага. А все равно, чтобы я на будущее понимал, вот-вот... Комната, которая слева такая голубая. Избаш лох. Плюс обидно. Фин, прости, что я тебя убил, кстати. Нормально. Блин, кстати, нашел еще один баг. Что если вы сейчас замутите голос призраков, а потом со следующего раунда он у вас будет замутен, но вы все равно будете слышать призраков, пока туда-сюда не нажмете еще раз. Ага. Нормальная тема, кстати. Фин, а когда обещают релиз на компе? А когда обещают релиз на компе? Ну там написано скоро. Year. В этом году? То есть не со дня на день, а... А теперь то что? АО. Посмотри, как я бежала с СПТ, СПТ меня не убило, значит СПТ... Мышь, два убийства. Почему? А вдруг он обманывает? Нифига себе! Молчал, и тут... Мышь, два убийства. А кто это сейчас сказал? Я сейчас стоял на месте специально и пытался за кого-то... Кто это сейчас сказал? Пожалуйста, ответьте, не ориентируйтесь. СПТ, я сейчас стоял на месте. Значит, я тебя буду голосовать. Да-да-да, все время ты меня это поддерживал, а теперь ты меня голосуешь. Ну, а если ты меня обвиняешь, и я знаю, что я не трейдер, что я должна делать? Детектив? Типа, я не голосовала в Асмодея. Ну, это же логично. Ладно. А стоило бы. Хорошо, что вы сейчас остановились. Я мышь в персонаже, но не крыса в жизни своей. Первый раз мне... Никто со мной рядом не стоял и не давал себя просканить всю игру. Вот первый раз мне дали. Это было сложно. Я не шарю за это. А без Баша ты все-таки? Все в порядке. Без Баша? Я не помню. Да, без Баша твой. Понял. А второй кто был? Я. Дина, да? Да. Я убила еще одного кого-то, я не помню кого.